В рамках партийных проектов «Новая школа» и «Народный контроль» первый заместитель председателя Московской областной думы, депутат от партии «Единая Россия» Лариса Лазутина посетила Звенигородскую школу номер 2. При участии президента родительского сообщества округа Марианны Кристалинской парламентарий проверила наличие санитайзеров, бесконтактных термометров и рециркуляторов. Кроме того, проинспектировала столовую и качество горячего бесплатного питания в школе.